История о том, что любое праздничное мероприятие здорово проводить в компании единомышленников, актуальна для всех. Понимая, насколько общение и дружеская атмосфера нужны людям, имеющим проблемы со здоровьем, представители ресторана «Жемчуг» и работники территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района придумали необычный благотворительный проект. Все его участники были приглашены в новую для них локацию, чтобы вместе поработать над созданием карнавальных масок. В эти праздничные дни, в преддверии Старого Нового года, мы вышли за стены нашего территориального центра, и нас радушно принимает ресторан «Жемчуг». Для наших людей это очень важно, потому что мы в наших стенах, конечно, проводим много мероприятий, но выйти за пределы, встретиться с гражданами, которые готовы прийти им на помощь, подарить им радость, это очень важно. Яркие, блестящие, с разнообразным декором и украшениями. Каждая маска, созданная руками участников мастер-класса, была по-своему интересной. Да, не все давалось просто, но для этого на площадке работали кураторы, которые подходили и помогали тем, кому это было необходимо. Все проходило в сопровождении музыки, веселых обсуждений, живого общения. Это та атмосфера, которой многим участникам не хватает по жизни из-за ограниченности в передвижении. Мероприятия подобного типа мы проводим уже не в первый раз. Мы начали еще перед Новым годом. У нас был детский кулинарный мастер-класс в ресторане у нас. И сейчас вот мы решили провести такое вот мероприятие. Для нас очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями как бы жили полной жизнью. И мы с радостью предоставляем такие возможности. Ну а изюминкой вечера стал фуршет и караоке. Веселые зажигательные хиты сменяли друг друга. Всем приглашенным хотелось почувствовать себя в роли эстрадного исполнителя. Для кого-то это было даже выходом из зоны комфорта. Но самое главное – это то, что гости благотворительного праздника провели время с пользой. А еще они почувствовали, что их ценят, о них заботятся. А это, наверное, самое главное.